Алло, ну где-то мои хилисы? Вы обещали их привезти час назад. А, уже подъехали? Ну тогда поднимайтесь. Всем привет, друзья! Вы на канале Кикидо. И сегодня я сам себе заказал хилисы. И с минуты на минуту их должны привезти. О, а вот и они. Здрасте. Здрасте. Хилисы вы заказывали? Да. Точно? Да-да. Ну, держите. Эй, что за наглость? Эй! Совсем наглый продавец. Да, таких наглых продавцов я еще не видел. Ну и ладно, зато мои хилисы пришли. Что? Старые грязные кроссовки? Фу, так они еще и воняют! Меня что, опять надурили? Камильчик, что за крики? Привет, что случилось? Пап, меня надурили! Мне положили старые грязные кроссовки, которые еще воняют, в ответ! Фу, а что за кроссовки? Ты что, себе хотел кроссовки купить? Нет, я хотел себе купить хилисы, а меня надурили! Так ты, наверное, без спроса залез на какой-нибудь левый сайт и наткнулся на мошенников. Наверное. Ладно, Каминчик, не расстраивайся. Того мошенника мы уже все равно не поймаем. Остается теперь зайти на нормальный сайт и заказать нормальные, оригинальные, настоящие кроссовки Хилис. Опачки! Ну что, друзья? Мы заказали с Камильчиком себе по паре кроссовок, настоящих, оригинальных кроссовок Хирис. Роликовых кроссовок, правильно? И не то, что те, которые нам подсунул мошенник. Грязные, вонючие старые кроссовки. Да. Ну что, я думаю, что приступим к анбоксингу. Да. И посмотрим, что нам привезли. Так. Смотрите, ребята. В каждой коробке обязательно должна быть вот такая вот инструкция. Как их правильно носить, как правильно за ними ухаживать и как правильно научиться на них. Как правильно кататься. Как правильно научиться на них кататься. И вот еще здесь вот на коробке приклеена бумажка, как собирать, как вставлять и как... Как демонтировать сам ролик, правильно? Да, давай покажем колесики или попозже. Сейчас все покажем. Ребят, смотрите, в общем... Размеры у хилисов немножко капризные. Самый минимальный размер это 29. Мы его нашли. Так вообще-то они начинаются от 30, но мы нашли Каминчику 29. И я нашел себе самые большие, это 41-43. У меня размер 41. А я выбрал себе вот такую модель. Смотрите, необычная такая. Чем-то она мне даже напоминает кроссовки для боулинга. А я выбрал вот такую модель. Да. Которая еще светится. В общем, самое главное отличие, ребят, смотрите, чтобы не попасться на подделку, что должно быть отличительной характеристикой на хилисах? На хилисах должна быть обязательно надпись «Хилисы», не какие-нибудь «Хрилисы», там еще что-нибудь, еще что-то. Все должно быть написано «Хилисы». Вот видите, да. «Хилисы». То же вот самое, что и у Каминчика тоже. Вот. «Хилисы». Это самое первое отличие. Также, смотрите. Все комплектующие, это касается роликов, что касается монтажки, ну вот такой вот необходимый, ключик. Очень необходимый ключик. Да. Все должно быть аккуратненько упаковано и все еще... должно быть промаркировано на каждой запчасти, детальке, все должно быть написано. Да. Хилисы, везде написано, видите, это значит то, что все подлинно. И еще, смотрите, вот на подошве хилисов есть вот два отверстия. У папы одно, потому что у него одно колесико, а у меня два. Да, друзья, у нас стоял выбор. Выбрать с двумя колесиками, либо с одним. Да. Как мы поняли, что с двумя колесиками научиться намного легче. Да. Но так как я взрослый мужик, я не буду себе выбирать с двумя колесиками. Я решил себе испробовать на одном. А у меня два. А Каминчика на двух колесиках. Но что можно сделать в дальнейшем? После того, как ты уже нормально освоил
полностью эти хилисы, ну, кататься на них, ты, соответственно, можешь убрать одно колесико и оставить на пяточке, как да. у стандартных хилисов, вот по одному. А можно еще, знаешь, как сделать? Вот это вот, наоборот, убрать, а вот это вот оставить. Ну, я думаю, что будет удобнее кататься все-таки на пятке, потому что стандарт у них идет ближе к пятке. Так, ну что, ребят, первым мы соберем на ролике Камильчика. Так, подожди, колесики мы достали? Да. Колесики есть. Да, их попробую. Колесики такие необычные. Да, они такие гладкие. Так, ты показал, как надо открывать? Ты, да. ты открыл и даже не показал. Ребят, смотрите, вот здесь заглушка. Заглушечка открывается с помощью вот этой монтажки, монтажного ключа. Это ключик. Открываем монтажку. Оп, раз, заглушка. И два заглушка. Смотрите, сейчас вот так. Вот так вот, смотрите, видите, вот такая вот выемка здесь для роликов. Выемка побольше для большого ролика, выемка поменьше для маленького ролика. Вот, вот это вот большое. И так вставляется, вроде сказали, что очень легко. Бам, ой. И бам. Все. Я прямо в руке. Все, готово. Ребят, смотрите, у них очень много было моделей, которые светятся. Камильчик остановился именно на этом, потому что, ну, зелененький он любит. Мне тоже понравилось зелененькое. А вы напишите, какой ваш любимый цвет? Что вам больше нравится? А, можно просто вот так вот поставить, допустим, колесико, да? И если, допустим, не хватает сил вставить его, да, то можно вот просто ногой его бумс, прижать и все. И оно прям, или вот так вот сверху. Все, готово. Ну что, Хилисмен, ты готов? Да. Ну давай. Честно говоря, нам казалось, намного легче все это. Ну, говорят, что на хилисах хватает кому-то 2 дня, кому-то неделю для того, чтобы полностью научиться профессионально на них кататься. Я поехал. Сейчас. Поехали. О, вот так как-то. Как-то вот так. Я еще пока не могу это поворачивать. Как тебе равновесие держать? Равновесие. Видишь, вот так вот. Раз, два, три, Мэри! Сейчас. Сейчас. Ты че говоришь? Нормально, живой? Буба? Буба хороший амортизатор. Поехали, Вика! Я прям подпрыгнула! Беги с папой вместе! Раз, два, три, догоняю! О, все, вроде нормально. Ножки назад. Поехали! 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 Подписывайтесь на наш канал, жмите на красную кнопочку внизу под видео, рядом колокольчик, обязательно так нажмите на него, чтобы получать уведомления. Но мы, можно сказать, что почти научились. Пишите в комментариях, какие хилисы вам больше нравятся, у кого они вообще есть. Нам очень интересно, сколько любителей хилисов. Еще золотые. Обязательно, да, будьте внимательны, не попадайтесь на подделки. И пишите нам в комментариях, если вы хотите увидеть, как мы тестируем их на улице. Просто сейчас уже поздно, мы решили дома их. И еще не попадайтесь на вонючие кроссовки. Да, ну в общем на подделку, да, ребят, обязательно. Заказывайте в социальных сайтах. Заказывайте не вонючие. Да пойти, не вонючка. Все, друзья, всем пока.